Пандемия коронавируса в некоторых случаях становится катализатором активной деятельности и добрых поступков. Общероссийский проект «Мы вместе» по доставке продуктов и лекарств людям старшего поколения. Проект «Сбережем наш город» по контролю въезда и выезда на территорию Десногорска. В этих мероприятиях с полной самоотдачей приняли участие десногорские волонтеры. Сейчас во вторую волну вы опять в строю, вы опять в бою, и вы практически ежесуточно оказываете всю необходимую помощь нашим жителям. Значимость такой работы и заботы подтверждена не только на уровне муниципалитета. 12 ноября волонтеры Десногорска были награждены грамотами президента Российской Федерации и памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Из рук главы Десногорска Андрея Шубина награды получили Оксана Шейфель, Ольга Чупарина и Лидия Ляхович. Главное, чтобы люди находились как можно больше времени, проводили дома, не лишний раз не выходили на улицу. От этого у нас будет меньше работы и люди будут здоровее. Волонтерский штаб Десногорска входит около 200 человек. При этом там всегда рады новым сторонникам.